Привет! На канале Тетрадика! Сегодня мы приехали в закатчатый центр! В музей, вот это да, мы пошли! Пойдемте! Музей. Смотреть всякие интересные экспонаты! Что-то интересное там будет! Всякие роботы! Такая. Ага, вон он, вот это да. Во. Вот сюда мы идем. На втором этаже будет. Кстати, тепло на улице, да? Я снова вот так, смотри, как мальчик. Ой, меня аж слёзы что-то по глазам. О, мы зашли в торговый центр. Гипермаркет. На втором этаже? Нет, я боюсь. Ты чё? Не бойся. Папа же держит тебя за ручку. Просто я папа. Едем. Ага. Смотри, папа, смотри. Подумаешь, что мы туристы. Ну-ка, ну-ка. Вот сюда. Ну-ка. Че, это включить, может, пока? Как интересно. Да. На 12, да? Да. Просто можете проходить в гардероб, ага. Раздеваться. Прикольно, да, стена? Мелом каким-то, что ли, нарисовано? Ага. Смерч нарисован. Холодный поток воздуха, как идет. Здорово. Самолет. Паровоз. Робот, смотри. Привет, я Арнольд. Робот, ага. Нарисован. Я боюсь. Но... Нет, там боюсь. Ну, пойдем чай, смотри, с конфетами. Нам дали конфетки. Пойдем чай попьем. Ага. Даже чай можно пить, что ли? Да. Классно. Здесь у них как-то интересно прям. А тут что? Тут вода? Ну, горячая, холодная. Ой, я хочу холодную. А тут горячая? Давай попробуем. Карета. А тут холодная? Слушай, карета, которая в зоопарке здесь стоит. Я хочу или такая же просто? Я хочу холодную. Нет, давай. Карета принцесс. Да. С мёдом. Интересно. Это что такое делать? Это надо не касаться. Вот это вот, обвести вот так вот кружочек. Ну-ка. Какой-то ток там, что ли, проходит? Да. А только не ударит, если притронуться. Для детей, да? Игрушку сделали. Ты видишь, касаешься. Здесь надо, чтобы... А ты надо пойти. Касаешься, звук, да, идет? Да. Дверь. Ну-ка. Проходим. А, вот. Ну-ка, ну-ка. Чтоб не коснуться. А, уже коснулся. А попробуй не коснись, да? Угу. Попробуй-ка не коснись. Ой. Опа. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ой. Два раза током тебе шибануло. На третий раз все, наверное, уже нужно. В кому впасть? А мне нравится. Прикольно, да, шумит? Включай ее, зачем ты включаешь?
проще вырезать, чем... Нет. Чем не жалеть. Иди сюда, Саша. Слушай, а что там такое? Ого, там что-то страшное. Сюда нельзя. Пойдете сюда. А мы сейчас пойдем, ну. Вот карета какая. Слушай, у нас же в зоопарке такая ездит. Ты, наверное, не в зоопарк случайно? Ого, о, какая принцесса. Принцесса, Ксюша. Ого, какая карета. Папа, попроще заговорит. Как ку-ку, да? Ну, нормально разговаривай. Все это вырезать будешь. А тут какой замок. Слушай, прикольно, как 3D на видео смотрится. На видео как прикольно смотрится. Замок этот. А это что за рогатка? Смотрите! Это натягиваешь эти. Как они? В детском саду-то? Ой, не в детском саду. Здесь резинки и потом стреляешь куда-нибудь. Что, Ксюш? Ого, сейчас выгонят, скажут. Нельзя здесь лазить. Я боюсь. Смотри, это иллюзия. Смотри, вот здесь я стою, смотри. А ты вот оттуда снимай. Иди сюда, Ксюша. Откуда? Не, Ксюша вот там может. Руку так, смотри, вот смотри, как на картинке, смотри. Ну-ка, как надо снять? Хорошо, к стулу подойди, так ты руку держи просто. А-а-а. А я вот буду срежу. А снимать откуда? Надо подальше, ну. А, нужно пониже, наверное. Точно соединяется. Ну-ка, подожди. Во, вот так. Прикольно. Папа такой на стуле сидит, ага. Иллюзия обмана называется. Папа, папа маленький сидит на стуле, а Ксюша великан такая. Пойдемте туда. Пойдемте, а то сейчас без нас начнется экскурсия. А вот это не туалет? Нет. А где туалет? Ну, ты что, в туалет, нам не надо было чай пить? Да. Вот, слепочек. Да. А то чай попили. Стена классная, мне нравится. Мама! Пап, ты можешь там посмотреть? Подожди, а у нас снимает красная должна быть или зеленая? Вот сейчас снимает. Значит, я ничего не снимала, прикинь. Вот сейчас. Ты что тупишь-то? Мы на канале Детландия, мы идем на экскурсию. Вот это да! Все, заходим на экскурсию. Да. Карточку, карточку дайте. Угу. Сейчас будет интересная экскурсия. Интересно, что там. Возьмите, пожалуйста, карточки и ваши. Ждем, да? Сейчас, секундочку, все нужно будет зарегистрировать. Тогда уже можно отдать. Группа. Возьмите, пожалуйста, ваше экскурсия вас ожидает. Приятной экскурсии, проходите. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Настя. Я буду вашим экскурсоводом. Мы с вами будем ходить от экспоната к экспонату. Я вам буду обо всем рассказывать, но затем вы уже сами сможете все пощупать, посмотреть и сделать фотографии. Подходите к первому экспонату поближе. Он называется «Теорема Пифагора». Ух ты. Девочки еще не слышали, да, про «Теорему Пифагора»? Ну, конечно. Взрослые помнят, как гласит «Теорема Пифагора»? Во все стороны равны. Да, Пифагорова штаны во все стороны равны. Такой стишок у нас есть. На самом деле она гласит, я квадрат гипотенуз равен сумме квадратов катетов. Мы с вами сейчас будем доказывать эту теорему. Нам нужно будет перевернуть данный экспонат и посмотреть. Если вот эта синенькая водичка полностью заполнит самый большой квадрат, то мы докажем теорему.
Готовы доказывать? Да. Ходите, переворачивайте. Переворачивайте. Катя, помогай вам с той стороны. Давай. Вот, стоп. Видите, водичка полилась. Вот если этот самый большой квадрат все станет синим, все, доказываем при теорему. Здравствуйте, присоединяйтесь к нам. Мы уже с девочками теорему Пифагора доказываем. Видишь, водичка льется. В школе это будете изучать в 8 классе. Знаете, будете списывать столько страниц, чтобы доказать эту теорему. А мы с вами сейчас вообще вон за 30 секундочек все доказали. Все, переходим к следующему экспонату. Этот экспонат называется параболоид. Такое вот непонятное какое-то, да, слово, еще такое не слышали. Водичка здесь какой формы налита, фигура какая? Прямоугольная, молодцы. Как тебя зовут? Никита нам сейчас будет показывать, кое-что убирайте. Ручки крути очень быстро. Вот, еще крути. Что с водичкой происходит? Она медленно, конечно, но что с ней происходило? Давайте вам покажу. Давай я покажу. Убирай пальцы, ручки. Что с ней происходит? Исчезает. Исчезает, да? В центре водички не было. Смотрим еще раз. С вами сейчас наблюдаем действие центробежной силы. Попробуйте сделать так же. А взрослые нам сейчас подскажут, где мы дома такое встречаем. Миксер. Да, миксер. Это везде, где вороночка у нас получается, где у нас в серединке пусто, это и есть центробежная сила. Мама. Ну что? Готовы соревноваться со взрослыми? Вставайте вот сюда к белым шарикам. Скорее к белым шарикам. А взрослые к желтым. Сейчас проверим, кто самый внимательный. Задача взрослых. Найти среди желтых один ярко-белый. Ну, а ваша задача среди белых найти ярко-желтых. Вот он. Это не он. Он, видите, такой желтоватый. Вот он. Мы нашли. Нашли, молодцы. Я помню его. Вот он. Нашли, да? Да, вон он, вон он, вон он. Ага, хорошо. Вперед, да, нашли. А вообще, как вы думаете, где было проще-то искать? Нам или вот здесь взрослым? Нам, да, на белом фоне. Видите, желтый шарик кажется еще ярче, чем вот здесь. А здесь белый шарик, он сливается. Синий мы его сделаем, то вообще не будет видно шарик. Ну что, посмотрим дальше. Песочные часы, на самом деле, это скандаль. Здесь вместо песочка, что? Шарики. Шарики. Мы с вами сейчас будем, как взрослые, проводить эксперимент. Нам нужно будет перевернуть эту доску и посмотреть, как вот эти шарики, проходя через препятствия, распределяться вот здесь в ячеечках. Будем сейчас такой эксперимент проводить. А вообще, как они распределятся? Как вы думаете, где их будет больше, по бокам или по центру? По бокам, по центру. А может быть, их вообще будет везде равное количество? Я думаю, что везде равное будет. Давай, ну давайте проверим. Переворачивайте. Сейчас пробка решает. По центру, да, вот так получилось. Смотрите, пирамидка какая. Это нормальное распределение Гаусса. Шариков у нас было много? Да. Да. Они друг об друга стукались, когда падали, правильно? Да. Проходили через препятствия. По центру, смотрите, всего 4 препятствия. А по бокам их очень много. Вот поэтому шарики решили пойти прямо напрямик. Центр. Ну сколько бы раз мы с вами эту доску не переворачивали, всегда будет получаться вот такая пирамидка, нормальное распределение Гаусса. Ребят, смотрите, мы только туда одноколесный велосипед. Пойдемте к нему. Крути. Мы можем на нем ехать? Нет? Давайте попробуем. Вставай. Давай. А мы делаем все два шага назад, чтобы нас ничего не. Так, давай попробуем, покрути
Нет, да, не едет. Теперь остановись. Сейчас я раскручу колесо. Теперь поворачивай руль в одну сторону, в какую-нибудь. Прям до конца поверни. В другую сторону, прям низко поворачивай. Теперь едет, да? Это сила гироскопического эффекта мы с вами наблюдаем. А давайте поменяемся. Встанешь? Давай, вставай. Так, поворачивай руль в одну сторону. В одну. В наших телефонах также есть самый маленький лазерный гироскоп, вот в сенсорных. Когда телефон вот так крутим, ориентация меняется, это и есть гироскоп. Юла, детская игрушка, тоже гироскоп, потому что она хочет остаться в том же положении, в котором мы ее завели, в котором она была раскручена. Давайте все прокатимся на гироскоп по очереди, аккуратно. Ксюша, близко не подходи. Можете посмотреть все экспонаты, которые мы с вами уже прошли. Пойдем посмотрим. Сфотографироваться с бабочками. Пойдем, тебя уведу и приведу. Обязательно. Не бойся. Давай, вот сюда. Куда она пошла? А мы пойдем смотреть. Пойдем смотреть, что будет. Давай вытаскивай голову. Голову вытаскивай. Ксюша. Привет. Опа. Голова на блюде. Так же можете сфотографировать. Так это целая горилла тебя, что ли, есть будет на обед? Ничего себе! Мартышка. Мартышечку маленькую на обед решила горилла съесть. Классно. Да, вот там есть стульчик, если можете его взять. Ну все, влазь. Тоже можно, вставайте. Я расскажу, сколько. Будешь кататься? Да. Ну иди, подходи. А тут сейчас машинки будут ездить, смотри. Ну-ка. Ух ты, сейчас классно они будут. Ксюша, иди вставай. Сначала раскрутить. О, поехала, поехала. Ого. А в одну сторону, ну-ка. Вот, тут машины полетели. Классно, да? Ты прям целый Шумахер тут ездишь. Ну-ка, а там что ребятишки делают? О, папа у нас залез. Шумахер. Здесь права не нужны, да? Здесь права не нужны. Классно. Давайте еще пару разочков запустим. Сейчас, пойдем с вами дальше. А где Ксюша? А вон она, Ксюша. Пойдем дальше. Ну-ка, что там? Что это такое? Гиперболоид. Миллионы. А? Миллионы там? Ага. Все. О, еще робот какой огромный. Нам всем миньоны интересны. Мама! Больше нет интереса. Говорю для взрослых. Это настоящий гиперболоид. У нас есть прямая. Смотрите внимательно. Есть прямая, есть две кривые. Прямая через кривые сможет пройти? Нет. Если я ее крутить начну, она не врежется нигде или врежется? Врежется. Врежется. Давайте проверим. Сейчас вам фокус покажу. Так, убирай ручку, сейчас стукну. Я опять прошла. Попробуй. Голова, голова. Вот это интересно. Уравнение касательной гиперболи вы изучили?
начале в школе. Вот на это можете не смотреть. Это когда это было? Да. Единичка, точка касания, везде в одной точке. А крутим, когда получается вот такой красивый гиперболоид вращения. Угу. Вот такие чертежи вы скоро будете чертить. Да, такие это маленькие уже все знать будут. Будете чертить. Прям все запомнят. А что, это ух ты. А мне больше чертежи похожи, только круглые. Только круглые? Это смотрите. Это похоже. Ого, держи тебе. Я помню, карандаш так страдали, измельчали. О, детские всякие вот эти, доски магнитные. Да. Магниты, да? Здесь специальная магническая жидкость, она немножко маслянистая и металлическая сдушка. Здорово. Вы друг другу давайте, делитесь. Вот у нас еще двое человечков. Хочешь? Заходи. Мам, большой, а? Вот кто-то вообще, там а робот такой. Ага. А я вам покажу вообще. Сейчас ёжика. Ну-ка, здесь что? Идите ко мне, буду вам ёжика показывать. Смотрите, ёжик какой. Смотрите, настоящий. Как настоящий, да? Это магнитные линии. Ой. И вот так вот. О, прикольно. Тоже это все магнитные линии. Можно мне тоже? Можно? Да. Вопрос ко взрослым. Магнит можем прямо сейчас взять и размагнитить? Можно? Прям вот этот магнит взять и размагнитить? Да. Да, как? Сейчас скажу. Давай. Противоположный. Нет, прямо вот чтобы он магнитные свойства потерял. Если нагреем очень сильно, то он размагнитится. Но у одного из пустителей получилось ударить магнитом магнит. Ну, либо это был такой сильный удар, либо ему просто показалось. Ну вот как у него размагнитилось? Я вас хочу познакомить с настоящим роботом. Но я вас не могу к нему подпустить, потому что я не знаю, какой у вас рост. Вставайте вот сюда спинками. Ого. И говорите мне, поскольку вы бананов. Вот здесь, видите, бананометр. Мне нужно знать, сколько вы бананов. Один банан 25 сантиметров. Сколько бананов? Считайте. Ксюша, сколько это бананов? Ну вот ты там отметочку сделай и считай, сколько бананов. А ты сколько бананов? Я не знаю. Настя. Шесть. Шесть бананов. Нет, ты не 6, 5. 5, Настя. 5. 5, а мы 4, да? Здесь миньоны, да, можете с ними сфотографироваться. 5. Ну-ка, пойдем к миньонам. 5 бананов. Классные миньоны. Мой рост 5 бананов. Смотри, какой миньон. Иди туда. Смотри, он. Тоже 5. Очень хорошо. Соль. А он отдарит потом в середине. Давай. Ой. И робот вон. Давай. О, робот разговаривающий, говорящий. Классно, да, Ксюш? Спой песню. Спой песню. Спой всем. Машинку вон в ту можете садиться. На вечку, на руку горилка. Садиться. О, что это такое? Давайте, да, вот это мы все спрячем, чтобы глазенько все было.
Давай. Ух ты. Класси подходит и вот так вот свои ладошки оставляет. Ух ты. Так, ладошки. Нет, вот за... здесь смотрит. Классно, да? Ну-ка. Может и лицо, да, только глазки закрываете. Вот, прикольно. Моя ладошка сама вверхнулась. Ну-ка, Ксюша, давай. Опа, палочки. Смотри, как обезьяна. Да. Вообще. Классно, Катя, да? Только аккуратно она может тыкнуть. Там же не все как бы хорошо проходят. Да? Вообще мягкая, да. Ну попробуй, папа, лицо сейчас сунет. Ого! Как от обезьяни. Точно человек произошел от обезьяны. Да? Обезьянье лицо. О, классно. Ксюша! Смотри. Здорово, как получилось. Папа, похож? Посмотрите, похож. Металлическая. Это робот, посмотри. Ага, Ксюша, иди сюда. А чего бояться? Она тебя унесет, что ли, куда-то? Страшно, что ли? Такое лицо напряженное. Страшная обезьяна. Вон на машинку, смотри, в машинку. Овечка Долли. Ксюша. Ксюша, ну-ка машинку давай. Би-би. А ты куда убежала-то? А ей все, робот ей только понравился, видишь? Все к роботу липнут. А, к мультикам! Я думала, они робот нравится, они мультик смотрят. Включи слово мультик. Скажи, сколько тебе лет, робот, да? Ага. Спрашивай что-нибудь. А из чего сделан большой мультик? Живут только пони. Они питаются радугой и какой бабочка. Готовы идти дальше? Конечно, да. Готовы. Отлично. Дети, пойдем. Пойдем. Держи робот. Где папа у нас? Папа, пошли. Ой, что-то у нас тут дымится. Ходите сюда, за меня, главное, не заходим. Говорите, птичка какая-то. Пока, что это пока. Такое? Пока-пока. Пока-пока. Ну-ка. Все. Что это такое? Мы вас очень-очень ждем. А это воздушная пушка. Настоящая. Я сейчас буду стрелять. А вы мне говорите, что из нее вылетает. Хорошо, какие фигуры вылетают. Вот если я кружочек поставлю, что будет вылетать? Кружочек, да, колечко. Да. Ого. Смотрите внимательно, что вылетает. Кружочек? Да. Сейчас, да? А если я поставлю квадратик? Квадраты, конечно, да? Будет. Что вылетело? Внимательно смотрите. Круг вылетает? Да. Да, стоит там все равно квадратик. Такие вот фокусы. Можете попробовать пострелять. Это самая простая форма воздуха, поэтому у нас вылетает. Ну-ка, Ксюша, давай-ка стрельни. О, вылетает. А давайте, знаете что? А? Обстрел. Это не опасно. Ура! Нас обстреливают. Ловите эти колечки. Обстрел, Ксюша идет, обстрел. Пушка. Ладно,
Давайте покачаем с вами мышцы жидкости. Твоя любимая. Вниз, ванштажки. О, какие пузыри пошли. Что вы видите? Что видите? Это пузыри видите? Что так все еще не очень интересно. Красиво, ну, да, да, что народ рвет там. Здесь мы смотрим на вязкость жидкости. Здесь машинное масло, оно средней такой вязкости, поэтому здесь средние пузырики. Если посильнее его качать, видите? Здесь глицерин, он очень-очень вязкий, поэтому пузырищи какие. Большие. Ну, а там пузырищи. Водичка простая. А вот здесь человечек, если с ним сфотографироваться сходите. Ну как, Ксюша, встань в ротик ему. Вот туда встань ему, чуть-чуть сюда. Нет, как рту. Может, ему на язычок там почесать, сесть, занять. Почеши, да? Почеши ему язычок. Здорово. Молодец. Иди сюда. Иди сюда. Так, это я понимаю, это колесо. Да, будем сейчас бегать, играть в мячков. Готово? Ну-ка, давай, покажи класс. Стик достёкся. Хотите побегать? Да. Сейчас. Как белка в колесе. А сейчас мы с вами будем играть в хомячков. Нам нужно будет встать сюда в колесо, держаться очень крепко за поручень. Ножки поднимать прямо аж вот сюда, потому что надо ноги прям поднимать очень высоко и бежать очень быстро. Договорились? По двое давайте, двое, кто? Давайте, двое, заходят. Поставай немножечко туда, вправо. Ксюша, подальше маленько. Отходи немножечко вправо. Вот. Ножки выше. Ноги выше. Девочки, нам сейчас электричество вырабатывают. А, вон точно лампочка. Да, мы тебе сумку. Да-да-да. Экономия электроэнергии. Вместо тренажерного зала. Да-да-да. Жене. Устали? Молодец. Устали? А вот так хомячки могут на 12 километров за ночь пробегать. Иди вставай, скорее. Устала, что ли? Ножки высоко поднимать и крепко держать. Ну и что, легко? Да. Беговая дорожка. Это очень сильно. Беговая. Выше, 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 ноги выше. И устали еще. Сейчас мы самый интересный зал пойдем. А взрослые хотят побегать? Придется, папе, давай-ка. Ну, по одному взрослый-то, наверное. Зашкаливает цвет у нас. Папа у нас вообще. Силит за ноги, вот кому надо свет дома вырабатывать. Конечно, вот. Руки грязные? Ой, какой он тяжелый, ему коробка. Мне казалось, он так легко. Мне видно, что тяжело идет. Прямо до микрофона. Все взрослые направо до микрофона. Пока ничего не говорим. Слушайте меня внимательно. Что я сейчас буду говорить? Говорим. Папа, иди сюда. Самое главное правило в микрофоны не кричать. Слышите меня? Да. Можете поговорить в микрофон. Ксюша, туда, туда. Так, давайте опущу вот здесь и говорите. Что вы? Что вы любите играть? Ответьте нам, пожалуйста, что-нибудь. Ага. Вас все спрашивают,
вообще. У меня к вам такой вопрос, я просто не знаю, на самом деле, на него ответа. Когда вообще ярче всего светит солнышко? В какое время суток? Утром? А давайте проверим. Днем, говорю, вот я не знаю, как мне. Может, даже вечером? Да! Давайте проверим тогда. Сейчас я буду включать солнышко, то есть у нас будет утреннее, дневное, вечернее. А вы будете листочками вот этой стороной ловить свет. Договорились? Черненькой стороной. То есть вам нужно будет направлять листочки к солнышку. Ну и так мы с вами проверим, когда все-таки у нас ярче всего светит солнышко. Прям вот не знаю, когда. Так. Смотрите, тут циферка 8 уже, да? И 0,9. Неплохо. Так, день. Больше цифр уже, да? Уже 9 и 6. Так, вечер. 7, 6. А вообще вот так по солнышку, которое я включаю, когда ярче? Днем, смотрите, две лампочки у нас горят, значит, днем у нас ярче всего светит солнышко. И каждый листочек под солнышко попадает. А утром вот у нас под углом и как раз не так ярко. А мы с вами подошли уже в водную зону. Ура! О, вода, да. Ура, вода. Для вас будет задание. Первое задание можно пройти. Что тут делать надо? Задание давайте отдадим. Ну как пандемия, ну что, не без дела, что ли? Ладно. А мы будем делать самое важное задание. Задание для взрослых. Сделать так, чтобы две мельницы заработали одновременно. Папа. Как вы это будете делать, я не знаю. Вы можете двигать мельницы. Можете двигать чашечки, но чтобы они две одновременно. Надо под воду сунуть. Ну а наше с вами задание. Вот надо вот эту направить вот сюда. А, и вот эту, наверное, мельницы, поставить. Которые сейчас ваши родители сейчас запустят, во. Не затопило. Понятно? Мельницу подвинуть надо. Нам нужно будет построить, держи, плотину. Понимаете, если затопит, то все как бы дело не будет. Вот. Так. Да. О, какая я умница, догадалась. Почему надо, чтобы две одинаково работали? Так, обе работали. А, туда теперь не бежит, ну, что ли? Так получается. Тогда в той не будете побеждать. Так, давайте, чтобы мельница не затопила, строим плотину. Только родители работают. Соображают, да, как? Да, если подозревают сюда. Давайте, чтобы прям водичка скапливалась и не бежала туда. Нет, еще поближе. Родители-то сейчас умные. Можете обойти с другой стороны, чтобы вот. Молодцы. Нет, смотрите, мельницу-то запустили родители. Какие умные, да? Так они иногда сбуксуют. А вы что-то делаете? Они делают, чтобы ваша мельница не затопила. Ты же уже туда ушла. Видите, водичка скапливается, как хорошо. Эксперименты мне не интересны. Молодцы. Мне интересно, как давай вот сюда смотреть. Ставь, вот так. Помогайте. Давай вот так. Опа, молодец. А вода? Каким а как? Будет? А как она оттуда бежит? У меня папа тоже. Ну, она, наверное, что? В самом крайне. Ну, в самом крайне вода бы закончилась, струя. Ну, да. Слишком такая так, мощная. Так, а трубы струя. Нету, да? Трубы нигде. Нет. Струя мощная. Ой, я мощная. Так, это какое-то волшебство мощная прям. Струя очень мощная. Мощная струя. Струя очень прямая. Это трубочка прозрачная, да, здесь водичка как фонтанчик вверх поднимается. А кран, вон там отдаляется, и обтекает трубку, то есть она прячется, наша трубка. Понятно, она всасывается в трубку, да, там? Понятно. Волшебство. Здесь можете порыбачить, пока я буду вопросы родителям задавать. Будет кораблик позапускать. Ну-ка налови нам рыбы на уху. Я Ксюша.
Да почему? Что там случилось? Сальмаров. У меня к вам много вопросов. Пенопласт утонет? Нет. Нет, да, а пластик? Утонет. Ух, не утонет. Оргстекло. Прости, папа. Нет, нет. Не утонет, говорят. Утонет он, на самом деле. А, да? Потяжелее, чем пластик будет, чем водичка. Сосна утонет? Нет, да, дерево, опускай его. Я вижу. У меня тоже такой горизонт. А лиственница? Утонет, говорят. Вот она, смотрите, не утонула сейчас, но она сейчас питает жидкость, да. Вот она уже долго здесь лежала, видите, почти наполовину тонет. Железо у нас тонет, а алюминий, легкий металл. Рыбачка. Ксюша. Там не почему не тонут железные корабли? За счет воздуха. У них есть воздушные карманы, их еще водичка выталкивает. Ребят, смотрите вот сюда внимательно, девочки, мальчики, смотрите сюда. Смотрите, две гири по одному килограмму. Ну, одна находится в воде, другая в воздухе. Где тяжелее эта гиря? В воде. В воздухе. В воде. Нет, в воздухе. Не знаю, подходите сюда. Медленно поднимаем. Давайте по одному, будем поднимать, непонятно. Легко в воде было. Давайте по одному опускайте. Держи, поднимай одна. Одна. В воде легко. А в воздухе тяжелее? Да. Да. А значит, гиря где тяжелее? В воде или в воздухе? В воде. В воздухе. Водичку выталкивает. Да. Все, опускаем. Да. Ну как, Ксюша, давай. Соль. Тяжело, да, в воздухе? А сейчас? А в воде легко. Будем с вами соревноваться. Ваша задача прыгнуть как можно выше. Вот сейчас узнаем, кто из вас самый прыгун. Ваша задача так прыгнуть высоко, чтобы нажать на какую-нибудь кнопочку. Договорились? Прыгаем по очереди. Прыгаем. Нажимаем на кнопочку. Прыгаем, нажимаем. Назад. 46. Так, следующий. Еще раз прыгаем. Ксюша, давай. Еще раз. 156. Еще раз прыгай. Еще раз. Сонька. 156. Чуть-чуть. Еще раз прыгай. О, 176. Ой. На самом деле эту циферку можете запомнить. Сейчас узнаем рост ребенка и увидим высоту прыжка. Ну, теперь надо измерить ваш рост. И прыгни еще раз. Убедиться, что бананометр все-таки у нас правильный. Делаем ручки вот так. Спинкой вот сюда встаем. Ну, давайте. На зеленую кнопочку нажимаем. И на красную тоже. Вот, 130. Нет, подождите, мы пока отходим с вами. Смотрим по очереди. Тянись дальше, присядь немножко. Ну, вот примерно 112, но вот у меня пальчики торчат. Здесь 5-7 сантиметров. Следующий давайте. Так, на две кнопочки одну. 112 примерный. Это примерный рост. Присядь немного. 112. Да? У всех. 112. У всех. Кто тоже еще? Все? Ага, решил обмануть. Туда давай, пошел. Ну вот у тебя 102, но у него пальцы очень сильно торчат. Еще сантиметров 4, скорее всего. Так, ну что? Одна девушка сумела перекричать взлетающий самолет. Представляете? Самолет взлетал, он громко гудит прям, да, шумит. Но она его перекричала, попала в книгу рекордов Гиннесса. Теперь ваша задача, давайте все вы будете кричать вчетвером, прям поближе подходите, только в ушки не кричим друг другу. Да, как вот можно туда, ближе, кричите. Да. И на счет три кричим букву А. Раз, два, три. 37,3, ну почти перекричали, да? Пойдемте играть. Давайте сделаем так. Вот вы двое вставайте вот сюда. А вы двое вот здесь вставайте. Давай, будет твое поле сверху. Твое поле вот здесь снизу. Где? У кого будет сверху? У тебя сверху. У тебя снизу. Ваша задача нажимать на кнопочки, которые будут загораться. Поехали. Поехали. Загораются. Которые загораются, Ксюша. Кто загорается?
Ловите, карающиеся. Что мы на реакцию играем? Соль, наверху. Молодец. Ай, желтая. Зеленая. Красная. Ну, победила дружба 16-17. Молодцы. Ну что, пойдемте в комнату, взрослые могут остаться поиграть. Проходите. Нас не пускают, да? Что там такое? Проходите очень тихо, тихо. До белой стены проходим. Как там темно и страшно. Лицом к стене встаем, к белой. Все расстрел тянут. Ножки растопырили. Ручки наверх подняли. Вот так и стоим. А вы можете вот здесь пройти, встать? Так, что тут сейчас будет? Потом поиграйте тогда. Глазки все закрываем, кто в комнате находится. Я тут уже. А, ну давай. Ага. Глазки закрываем и не открываем. Пока не скажу. А теперь отходим на два шага от стены, глазки открываем. Все? Тени тут свои увидели? Да. Да, вот вы мне их на память оставили. Спасибо вам за это большое. Есть фонарики с собой? Нет. Можете деткам дать. Это светонакапливающая пленка на планах эвакуации. Я ничего не вижу. Если есть фонарики, можете их включить, приложить к стене. Я что-то не могу здесь накапливать. Прорисовать. Если нет, то пойдемте с вами дальше. Пошли! Я вообще удивилась. Здесь вы можете еще поиграть, взрослые. А мы с вами пойдем. Давайте, двое человечков здесь, иди вот сюда. Ага, нет, стой там, все. А вы друг на друга смотрите. Смотри сюда. А где Ксюша? Ксюша! Папа! Где? Ого! Ну-ка, Ксюша. Привет! Привет! Залазьте. Ух ты! На коленочке вставайте, кубочком прижимайте, а мы отходим на два шага. Так, сейчас. Ножки держите. Ничего, тебя перегнуло. Так. Вот это ты акробат. У нас папа. Да, это нужно залазить, чтобы все, ну смотри, папа, половина. Где? Не подглядывай, давай. Шрубай. Соль. Акробатище, акробатище. Теперь мы знаем, как фильмы делают. У вас уже вперед куда-то полезли, да? Сюда нужно ручку засунуть, пощупать что-то, но ничего не доставать, да, самое главное. Ничего не достаем. Да, надо прям ручку заставить, пощупать. Не заставать. Это же не видно было. Да, здесь подсказочки, когда пощупать. Что там нету никого живого? Там ручка, но она не живая. Все же это картинка. А что там такое? Можно засунуть руку? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Везде. Да. А у папы настоящий. Вот сюда мышку потяни. Да, там человечек. Может, ему пожать. Ну-ка. Интересно. Ксюша, ну-ка, что там? Дай-ка. Ну-ка, я достала ее. Дайте потрогать. Я хочу домик. Тут мышь. Дайте пошли. Мышка. Живая, пальчик сейчас откусит. Голову оставляйте. Оптическая иллюзия. Она классная. Мышка снимается. Рэмбо. Спрятался. В грязи. А вот тут тоже. Возьми вот этот платок. Вот этот. Ксюша! Ксюш! Ксюша, иди сюда. Возьми платок и цветочек. Пусть прячется. Оставляйте там, выходите на снизу. Девочки и мальчики, подходите сюда. Дверь. Так, сейчас у меня будет для вас секретик.
секретное сообщение. Ваша задача сейчас зайти в комнату и там спрятаться, хорошо? Мы с родителями считаем до 5, идем вас искать. За черные шторки не заходим. Все, мы считаем. Все интересно, интересно, да? Один, два, три, четыре, пять. Мы идем искать. Комната великана. Все, спрятались? Костик великана. Комната великана! Ничего себе! Зеркало, тут зеркало. Ого! Попалась! Ксюша! Ты за тигра спряталась, да? Какой тигрищий медведь! Это игрушки великана! Ксюша! Смотри, какой унитаз! Крышка. Я хотел крышку открыть. А, ого! Смоешься, так это вообще. Это кухня, мы у него на кухне. Что-то упало. Конфеты. Конфеты. Всех нашли. Ух ты! И пообедаем, да, пообедаем. А сейчас великан придет и съест тебя. Огромный, огромный великан. Смотри, Ксюша, какая косточка для собачки. Смотри, какая собака огромная. Собачка, она добрая, охраняет дом. Можете подальше отходить, но есть отметки на полу. А? Чтобы вам было видно. Ксюша, вот сюда вообще можешь забраться, смотри. А пойдите посмотрите, какой великан. Это мальчик, да. Мальчик тут живет. Унитаз. Кастрюля какая. Ух. Это Ася. Ну, вот тебе на денег. Черемички. Сиди. Ого. А Там. А там, туда никого, пока рано. Ксюша, иди-ка, куколка, в коробочку. Мы тебя сейчас запакуем и в подарок. Великану. Точно, мы запечем. Барби. Дочка Барби. Ого. Так, держи, тебе поварю. Девочка на обед. Давайте вас сфотографируем, что вы ее варите. Ой, давайте на ручку. Ксюша, иди залазь сюда. Вот сюда, на лестницу. Да нет, вон туда, к книгам. Ну-ка, какую книжку сегодня ты хочешь почитать, девочка? Здорово, да? Высоко. Великан в Крым улетел отдыхать. На курорте. А там все шторки. Ага, стул какой огромный. Это настоящая косточка. Да, да, да. А так такая собачка тебя может съесть. Стой так, возле кастрюли. Огромная. Хорошая, да? Хорошая, хорошая. Не рычит, да? Вы что, готовы идти дальше? Куда-то нас ведут за шторку. Я вас запущу в темный лабиринт, но он совсем не страшный. В темном лабиринте вам нужно будет нажать на три кнопочки. Три. Они вот видите, их нужно погладить сверху и нажать на маленькую кнопочку. Вот сюда нельзя, проходим вот здесь. Все, на три кнопочки нажать. Я вас жду в конце лабиринта. Здесь есть резиновые прутья, есть цепочки, можете проходить. Кто не пойдет, можно... Лабиринт. Ну-ка, ищите кнопки. Ой. Ого.
Это все за цепи на все. Не туда, здесь не надо было проходить. А куда это вы? Куда пошел? Ксюша, Ксюша, где? Они твердые, они мягкие. Вон туда нужно, да? А, вон кнопка, да? Это большие-то кнопки получаются. Ксюша, нет, ты там не пройдешь. Вот туда. Надо нажать вот на ту кнопку. Нажмите на кнопочку. Погладите. Что, здесь не пройти, что ли? А, нажимай, Ксюш. Ищи кнопку. А где тут кнопка-то? Я так и не понял. Нужно погладить тумбу. Погладить тумбу, которая подсвечена снизу. Нажать на кнопку. Кнопочка маленькая. Я уже нашла ее. Ё-моё! Пила сейчас руку отрезала. Класть сверху. Я вас в кунаху сходить, чтобы я не могу сюда выходить ко мне. Вас тут ждет, да. Ксюша, не сюда. Ксюша, вот сюда надо нам идти. Выходите сюда. О, пролезь бы. Ну, а я вас поздравляю, все хорошо. И приглашаю в автополигон. Да. Ой! Добро пожаловать. Выходим. Проходите, пожалуйста. Ого себе. Ксюша уже в самолете полетела. Можете везде все покрутить, потыкать. Классно. А как они залезли? Ну-ка. Ксюша, ты куда полетела? В кабину самолета. Да. Настоящая кабина самолета. Ничего себе. Ксюш! Фургон. Старая машина. Ты что так быстро убегаешь? Я не успеваю тебя заснять. Ого, какая огромная-огромная машина с фарами включенными. Что ты так, что вы так быстро? Дайте залезть посмотреть, Ксюша. Что там такое? Ух ты! Это сзади у них спальное место, да? Это для второго водителя место. Руль. Так, спускаемся. Это что такое? Ксюша, пойдем в кабину самолета еще раз. Пойдем, залезем. Можете вообще, чтобы она вот здесь села и высунулась из окошка. А вот садись. Вот сюда на лесенку, как будто будет она пилот. Вот, вот так вот. На этот. Не надо какой. Можете на лесенку забраться. Не было видно, что она приедет. Это мы с трапа. Ксюша! Ксюша! Привет! Заблудился. Уже убежала опять. О, машина. Что-то не пойму. Ты все посмотрела, что ли? Оттуда ага. Убежала уже. Нет, вперед. Надо, чтобы на каждой кнопочке прям... Ну-ка, давай. Смотри, вот красная такая. На нее вообще каждый нажимает. Прям нажми на нее, держи. Водитель, Ксюша, ты прям как водитель. Представляешь, ты крутишь вот так рулем, колеса тоже крутятся с тобой. Да как мама за рулем теперь. Ну-ка. О, какая машинка, смотри, вообще. Прикольно, да? Поди, еще и закрывается окно. Ну-ка, мама, смотри, какие колеса. Все посмотри. Ага. Здорово. А ты, о, папа, стой. Пойдем в кабину, засниму тебя.
Блин, прикольно, да? Мне так нравится. Ага. Вообще. В настоящей кабине. Все какие-то датчики здесь. А тоже хочу. Вот настоящий тут пилот. Крутит. Где? Что-то стоит. Маленький. Это борт-машинист, да? О, здорово. Вот, папа, да? У нас машинист. Ух ты, всякие кнопочки. Мы сейчас взлетаем, да? Здесь тоже есть кнопки. Вот они. Взлетаем. Где Ксюша? Сейчас Ксюша уже подружку себе нашла. Ксюша уже подружку себе нашла. Где она? Можете приготовить карточки, которые вам выдали в начале экскурсии. Дайте карточку. У каждого должна быть карточка. Не важно, у кого какая. Маме дай. У каждого по карточке. Одну маме дай. У каждого по одной карточке. Она даст. Отлично, молодцы, вы все вместе. Папа, пойдем со мной. Сейчас я вас запущу в лабиринт. В лабиринте нужно будет найти два секретных места. Мы тоже идем? В этих секретных местах такие большие терминалы расположены. И там есть черненькая коробочка, где нужно будет карточкой вниз, вот этой черной стороной магнитной линии, вниз вот так опустите. Вниз, магнитной линией справа налево провести. Вот так вот вниз. Справа налево. Они одинаковые. Два одинаковые. Секретных места и выход. Думаю, если вы уже не выходите. Нет, ну, все. Я вас буду ждать на выходе из лабиринта. Желаю вам удачи. Два секретных места. Везде до сигнала проводим. Проверяйте деток, чтобы пока нет. Если я не вернусь, вызывайте скоро. Да, если потеряетесь, кричите. Будем вас искать. Все, мы идем. Лабиринт какой. Что за секретные места? Нашли? Вот. Проводим абсолютно всеми карточками, которые у вас есть. Пойдемте. Пойдемте в другое место. Куда в другое место? Нет. Вы что? Все провели. А там сетка. Нет еще. Там тупик. Там что? Там тупик. Тупик. А может эта дверь не открывается? Пойдемте обратно. Нет. Надо только пикнуть все карточки. Ой, все равно за карточку, давай. Они улетают все, надо карточками. Иди. Не бойся, не бойся. Проводите, пожалуйста, всеми карточками. И за мужа, и за себя. Так, как? Справа налево. До сигнала. Отлично. Ищите второй. Смотри на папу. Так. Где папа? Смотри на папу. Слышим дальше. Дальше дайте. Парочку. Ой, ничего себе какой. Слушай, а куда идти-то? Вам осталось последнее сидеть. Мы неправильно куда-то идем. А. Ну куда? Мы сейчас опять туда же придем. Нет? Да. Не знаю. А где дочка наша? Я вообще куда-то... Ого! Нет. Нет. Значит, идем дальше. Вот это вот да. Ого. Дети, поди, уже нашли выход-то. А мы все ходим и ходим, да? Так. Ой, Ксюша, ты где? Ксюша! Ничего себе! Ого! Где? Где? Куда идти? Я
Ого! Лялька, ты чья? Один ходит. Там чья-то лялька маленькая самая ходит. И наоборот, наоборот. О, Ксюша, я тебя нашла. Дети у всех потерялись. У меня пикнула. Что, куда бежать? Держи. Держи карточку. На выход. На выход. Куда ты так хорошо проводишь-то? Ася, Ася, вернись. Ой. Ася, куда они пошли? Вы на третий раз можете получить подарок на стойке с игрушками. Давай. Вот сюда пойдем. Ксюша! Иди сюда, ты куда пошла-то? Ты куда пошла? Мама такая. Ой, у меня тупик. Ну-ка, пойдем. Идемте все за мной. Папа, ты не знаешь, что за... Вышли. Фу. Все говорят, для того, чтобы получить призы. Сейчас вы... Побежите вперед взрослых, у вас самое ответственное задание. Вам нужно будет сказать хором, ура, мы это сделали. Договорились? Давай. Договорились? Да. Точно? Да. Вот кто так не скажет, все, кстати, без приза так останемся. Ура, мы это сделали. Запомнили фразу? Да. Все, бегом, бежим там, где началась экскурсия. Экскурсия наша подошла к концу. Желаю вам хорошего дня. До свидания. Карточки у администратора. Здесь кричать-то надо. Вы бегом все вместе. Ура, мы это сделали, чтобы подарки получить. Подарки, чтобы получить. Бегом, бегом. Кричим. Вы уже забыли? Кричим. Ура, мы это сделали. Молодцы! Что там за подарки? Наши самые взрослых карты. Ну что? Нравится? Да. Ну все, говори всем пока! Всем пока-пока! Пока-пока! Подписывайтесь на наш канал Диплодия! Всем пока-пока!